Когда, если мы бы просто ели бы арбуз без зеленой части пищи, да, то выброс сахара, большое количество сахара, которое находится в арбузе, попадая в организм, дает большой выброс инсулина в кровь, а это большая нагрузка на поджелудочную железу. А когда мы едим с салатным листьем или с чесноком, да, вот, или со смузи, зеленый смузи, если употребляем до арбуза, вот такого выброса инсулина, оказывается, сахар не идет. Как бы идет балансировка. Арбуз повышает сахар крови, да? То есть выброс инсулина большое количество. А зелень как раз-таки подавляет, наоборот. И в итоге получается равновесие, баланс некий. А это то, чего и надо, чтобы орган напряженно не работал, чтобы нагрузка такая большая на орган не падал.